кто наблюдает за нашим Лаки, знайте, что у нас еще есть Мурочка. Покажем. А здесь у нас Мурочка. Два героя, которые за последние два дня у нас находятся. Мы оперировали и нашего Лаки, и нашу красавицу Муру. У каждого свое заболевание, при этом у них одна история выздоровления. Делаем капельницу Муре, делаем капельницу Лаки, делаем укольчики, обработки. Видим, как они кушают, как они себя ведут, и шагаем с ними в сторону выздоровления. И думаю, что через несколько дней за ними приедут владельцы, и они поедут домой. И мы вам обязательно это покажем. Мурочка, ну расскажи, как дела? Как твои дела? Вот так, видите, доктор упирается. Ну, давай, Мур, давай вот так. Вот так. Вот. Чувствует себя хорошо. Аппетит хороший. Вот так она вот любит, смотрите. Вот так вот. Вот так Мурочка любит. Кто не знает, неделю назад Мурочку нашли в тяжелом состоянии. У нас даже есть видео. В зеленых мухах и так далее, и так далее. Как правило, зеленые мухи никогда не ошибаются. Почему? Потому что их называют мухи-падальщики. При этом данная история говорит, ошибается. И наша красавица будет жить долго и счастливо. Поэтому вот такая небольшая история, такой вот экскурс сегодня для вас. Идем вперед, и продолжение наших историй следует. Будьте здоровы и хорошего